Вчера, 21 марта, мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы. Заседание проходило в закрытом режиме. Соглашение по алиментам было составлено накануне. У бывших супругов подрастает общий сын, 2-летний Марсель. Известно, что Елизавета приняла решение подать на развод после того, как в конце декабря 2018 года была доставлена в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. По словам ее брата, Марат избил жену в состоянии алкогольного опьянения. Первое время Елизавета отказывалась от комментариев, но в середине февраля решилась рассказать, как все было, написав пост у себя в Инстаграм. По ее словам, она не верила слухам о репутации Башарова. Однако тот не изменился ни в браке, ни после рождения их сына Марселя. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви», – написала женщина. Башаров и Шевыркова поженились осенью 2017 года. Незадолго до этого актер состоял в браке с Екатериной Архаровой, которая, как сообщали СМИ, также обвиняла его в избиении, но судиться не стала.